Всем привет, это Данте, это мой подкаст. Сейчас посмотрю даже какой, а то я опять забыл. Всегда, когда записываю подкаст, он начинается с того, что я вспоминаю какой-то по счету подкаст. 13-й подкаст по счету. А что я хочу сказать в этом подкасте? Первое, то что... мне подарили ключ к открытке World of Planets, World of War Planets. Это что-то по типу World of Tanks, только управлять мы будем не танком, а самолетом. Также, по-моему, там 4 ветки: СССР, Германия, Америка и Великобритания. Из-за того, что закрытка, сейчас нельзя просто-напросто скачать клиент и поиграть. Если даже сможете скачать клиент, вы не сможете поиграть только из-за того, что у вас, по-моему... Хотя я точно не знаю, но по плану вы не сможете. Точно, я не знаю. Может быть, сможете. Что я хочу сказать? То, что... я, во-первых, хочу поговорить насчет 1000 подписчиков. Подкаста насчет 1000 подписчиков не было, если не ошибаюсь, да? А все-таки это 12-й подкаст. А почему 12-го нету? Ладно. В общем, давайте все-таки поговорим про это. Про что? Про 1000 подписчиков, которые у меня были в октябре. Да, 20 октября у меня было 1000 подписчиков. Я тогда, по-моему, все-таки не записал подкаст про 1000 подписчиков. Но сейчас хотя бы есть повод, потому что время вроде бы как есть. Тем более у меня сейчас еще 1 102 513 просмотров видео. Это тоже может... это может радовать тоже. Потому что все-таки более-менее такой счастливый из-за этого. Half-Life 40 видео уже записано. Я так думаю, еще видео 10, наверное, будет. Я точно не знаю. Sky Grid. Мне ачивки не пишут. Я как-то его забросил. Может быть, запишу последнюю часть по нему, и это закончится Кейл, потому что ачивки не пишут, мне делать там уже нечего. Я добился всего, чего мог, и того, чего я хотел. Обзоры на моды я пока сейчас не знаю, какой мод мне обозревать, потому что Industrial Craft, его за одно видео можно просто и про него немножко рассказать, и все. Также про Bulletcraft и про Forest и так далее. Про другие моды можно более-менее что-то так рассказать, но все равно как-то долго, нудно и скучно. Дьявольские будни. Как видите, дьявольские будни в основном содержатся в том, что я страдаю фигней полной. World of Warcraft давно действительно тоже не выходил, но
Потому что, ну, одному мне снимать скучно, а Харса я никак не могу словить. Тем более он это что-то пропал немножко. Хотя он не пропал, я его просто словить не могу. Не могу. А снэпшоты. Ну, обозреваю снэпшоты. Вот, как-то у меня получилось только один пообозревать и все. Blood and Souls. Его мне пока что не хочется снимать, потому что грит как-то в него ему неохота в него играть, да и мне тоже. Happy Wheels, я не знаю, будет ли продолжение, не будет. Вот The Binding of Isaac, может быть, я закончу, может быть, я сам еще не знаю. Soul Eater 2 я, может быть, как-нибудь пересниму заново, потому что мне не нравится качество, в котором я заснял. Хотя, может быть, оставлю. Не знаю. Индустриальный Данте так и останется. Может быть, буду изредка снимать видео про него. По Industrial Craft'у Bull the Forest. Вот такие видосики, может. Как видеоблог будет маленький. Сам не знаю, пока что. Гаррис Мод неохота снимать пока что. Может быть, засниму. А Warface может быть как-нибудь. История Данте должна будет выйти. Но не обещаю то, что очень, очень скоро она выйдет, но она выйдет. LP Minecraft тоже будет выходить, но не очень. Ну, может быть, почаще. Я пока что сам не знаю. Но будет. Что еще хочу сказать? То, что группа ВКонтакте тоже цветет и пахнет, так скажем. В том смысле то, что 214 участников в ней. Это меня тоже радует, то что все-таки в группу ВКонтакте вступают. В группу Steam вступило, по-моему, 40, да, 45 участников сейчас. Ну, мало кому, наверное, хочется вступать, тем более. Почему-то у меня показывает то, что вступление только по приглашению. Хотя вступление должно быть без приглашения. Я точно помню, что настраивал. Но выживание втроем это так. Называется немного подвыпил. Молясь. Что я хочу еще сказать? Если все удастся, то ждите видео по World of Warplanet. Planes, сейчас. Выговорю. World of Warplanes. Во, выговорю. Если, конечно, у меня не будет лагать, но я читал то, что бета-тест должен быть лагучим обязательно. Это его фактически стихия. Быть лагучим. Также Грильд создал сайт. Что у меня он не погружается. Это ссылка на него. На канале также можете ввести в поисковик games4u.16mb.com. То есть это сейчас вам покажу то, что ссылка
Вот это можно написать в поисковике. И что найти сайт Games for You. Games for You 16MB.com. Заходите, регистрируйтесь, оставляйте комментарии, можете скачать клиенты. Minecraft Mods. Горит снимал Slenderman Shadow Person. И можете скачать также Survivors. Что еще? Что еще? Хочу вам сказать. То, что радио Linux FM пока что не оправдывает себя. Не оправдывает себя особо. Но меня радует то, что я его все-таки создал, а не заморозил, как обычно. А то я что-нибудь думаю, создам и все, замораживается. Террария тоже будет продолжаться, кстати говоря. Но из-за того, что мне просто в Террарию играть уже скучно, из-за того, что у меня все там уже все, я полностью прокачан. А Террария КОПЛП я опять не могу словить ни Карса, ни Романа. Чтобы заснять наконец-то продолжение. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу Steam Клуб ВКонтакте. Если кто-то хочет захочет мне со мной пообщаться, ждите радиоэфира, который будет также по объявлению. Ну, то есть по объявлению, да. В общем, всем пока, увидимся в следующем моем видео.